Если что, я не зэк. Ну, типа, я не собирался садиться, просто так получилось. Новая игра, симулятор сидений. Сижу, короче, я. Общий вид игры может измениться в будущем. Будущее, не надо мне такого будущего, спасибо. Давайте мы будем сержантами, так сказать. Выйдите на связь. О, страшно. Сейчас мы сделаем себе заключенных красавчиков. А ты из мультика сбежал. Фамилию надо придумать. Вазелин, Дима. Спокойный такой, знаете. Димка Вазелин чисто. Характер агрессивный. Надо создать банду. Сейчас будет банда. Смелые голуби, олени. Страшно. Вот, все. Вот это я вообще. Ну, Дмитрий Вазелин будет смело в голубях. Я полицай. Опа! Сейчас дадут погончики. А ты обычно стоишь за своим рабочим столом? А ты пытался компьютер включить? Или у тебя не получается? Вам здесь нравится? Очень. А где туалет? Ха-ха-ха, чувство юмора у меня есть, да. Это я. Продолжение. Она очень хорошая. Честно говоря, у нас удачный удар. Кто тебе ударил? Больно было? После обеда приходит новая посылка от семей заключенных. Проверьте их и захавайте что-нибудь. А, тут нет такого текста. Или поднимите что-нибудь. Твою самооценку. После обеда подойди к ребятам в комнате охраны. Они научат тебя некоторым хитростям. Так сказать, пронести то самое, сами знаете где. Какие фотки у тебя. Давай, удачи. Дверь я тебе оставлю открытой, чтобы тебе проветрилось. Тут воняет, блин, говном. Ничего не понял, но спасибо. Закрой дверь за собой. Он хотел пойти, но не пошел. Но я бы пошел, если бы хотел. О! Что это? Писюн какой-то. Козла, опустите мне! Нет, не то буква. Здравствуйте. Можно мне следующего? О! Привет. Что за пупсик? Почему ты смотришь на меня? Ты когда перестанешь уже руками двигать этими? Когда-нибудь перестанешь? Нет? У тебя бесконечно будет? Почему я ничего не делаю? Типа, ну, вдруг начнешь что-то делать, а я такой, ага, что-то делаешь. А я, ты такой, я ничего не делаю. Я такой, ты врешь мне, дебил, понял? Убирайся на... В смысле? Я тебя сейчас покачу, понял? Где тут сравнивать, с чем вообще? Теперь отпечатки пальцев по контрольным отпечаткам. Так, контрольные отпечатки надо сделать. Блин. Что это такое? Книга. Ага. Тут типа можно найти что-то, типа закладку в книге. Да, закладку. Да, конфеты. А можно открыть ее? Молочный шоколад. О, нашел! Иди сюда, пакетик. Моё! F, поиск. Ой, я за сиськи его почти погладил. Взять. Ты хотел соду пронести? Ты что, содовые любишь тут всякие? О, шоколадка. Опа, отвертка. Взять. Обезопасить. Это как, типа? Держи А, чтобы обыскать заключенного. Я уже держал, мне он понравился. Следующий, сказал заведующий. То есть, получается, я заведующий? Позвони другому заключенному. Выходите на службу. В тюрьму. Опа. Здравствуйте. Что с вами не так? Ну-ка, дайте потрогаю вас. Все хорошо. О, шампунь, Джумайсанба. Ой, что там у тебя? Дезодорант. И все, ты взял с собой только дезик. Зато вонять не будешь, а тот вонять будет. Отдай заключенным вещи с полки. Да я отдам, забирай. Пошел вон! Всего доброго, до свидания. Ой, я как в GTA 3. Тут какие-то штуки разные есть. О-о-о. А это, однако, красиво. Мы с вами сейчас будем качаться. Давай, поджался. Еще раз. Ладно, понял, извини. Проходите. Че, качнемся? Я здесь босс. О, правильно. А, что-то идет не так. А, нифига. Опа. Ой, я устал уже. Состояние. Увеличено. А ну-ка, у тебя в жопе что-то есть? Понял, принял. Ты бы сразу и сказал, в жопе нет ничего. Голенькие тут ходят, понял. Ого, баскет. Эй, хочешь заработать немного денег? Ничего противозаконного, да? А не все, что я здесь полицейский? Какие деньги? Слышь ты, пельмеш.
Чебупель, вообще, что надо тебе? Небольшой конкурс для лучших ощущений. Давай поставим деньги. Ты понимаешь, кому ты предлагаешь? Я согласен. Готов? Конечно. Я уже победил. А как кидать? А что сделать-то? Тюремный двор. Ты чё, пёс? Он напал на меня. Хе-хе, ляг, отдохни. А, я бабки просрал. О, о, там что-то кто-то горит. Кто-то горит. Чья-то жопа горит. А кто это сделал? Сколько тебя тушить еще надо? Очень странно, что-то пошло. Вот. Ля, я тюремный босс. До завтра, пацаны. Все? Следующий день. О, свободная комната для отдыха. Здесь можно почилить. О, правда, тогда значит, что вы готовы научиться у меня некоторым трюкам. Сальто. Хочу сальто. Если сальто не научишь, то мне не звони мне больше. Что такое очко навыков? 30 баксов ставлю. Хорошо, сюда его. Опа, да он меня петухнул, слышишь? Какие какие 400? Сейчас в очко тебе попаду, понял? Ну, а тебе в небо. И как тебе вообще вот это все вот это понимать? Не дротик я, ну не дротю. Не дротю я. Не дротю. Папа-тапа, лапа-папа. В попу-лапу, топу. Все, этот теннисный стол твой, вот этот вот, Стоп, а как называется место, где дротят? К нам пришли новые пацанята. Эй, в смысле? Не пришли, что ли? Привез. Оп, оп. Ну вот это да, технологи. Ну-ка, покажи мне, пока... О, халява. Стоимость. Взять. Конечно. Закрываем. Открываем. Если меня спросят, где это все, я скажу, не знаю. Конфетки, блин, вкусно. Должно быть. О, кильку открыл. И закрыл. В смысле? Тут даже ничего нету, просто привезли. Да не может быть. Что там, ничего не спрятано, я даже залезть туда не могу. Ну все, закрываемся тогда. Труханы-то будут где-нибудь? Мне нужны трусы. Блин, килька вкусная. Неинтересные вы какие-то. О, Милка. Милка Бабл. Новичок, отчитайся, ты мне нужен. Леты. Леты? Какой, а? Новичок. Пш-пш. На связи. Кому отчитаться-то? В столовой? О, здорово. Ой. Кулаки надо взять. Так, тут надо понять, как петушиться. У них где-то ключ, да, я так понял? Где-то в жопе ключ у кого-то. О, ключи. Опа. Ключики сюда. О, слишком мало энергии, я устал. Спасите меня. На прогулочку. Ломбарди, на прогулку. Такое ощущение, как будто я сижу, а не полицейский этот вообще. Всем привет, сегодня с вами я, тот самый, великий, незаключенный. Вот он, чувак, не думал, что у тебя все получится. Ты еще во мне сомневался, не понял? Кто-то хочет со мной петухнуться здесь? Хочешь петухнуться? Я тебе яйца сейчас найду какие-нибудь. Понял? Смотри, что могу. Оп, понял? Аккуратней со мной, аккуратней. Сзади никто не подходит. Только к турнику. Отойди покачать. Ты усатый, давай полегче там. Со своими вот этими. Йоу, Цири, хочешь сыграть? С тобой. Черт, ведь я имел в виду, я думаю, о ставке. Поднимешь штанги в положенное время. 15 раз за 60 секунд. Так что спорим? 50 баксов ставлю. Я готов. Я не успею, походу. Давай, 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 опять. Успею. Успею, успею, успею. Пятнашка сюда. Понял? Я так тут вот так могу, понял? Качаться, я качок. Понятно всем? Тихо, понял? Качок я. Пошел я отсюда, блин. Курить в неположенном месте нельзя здесь, понял? Опа, вечерняя проверка посещаемости. Давайте, разойдись. Становись. Твой новый инструмент прямого принуждения. Ля, принудили пацана. А, это он кричит. Ну и что? Кому принудить? Эй, ля! Ты! Пес! Сейчас тебя петухну! Успокоительного тебя! И тебе успокоительно! Успокоительного обоим. Лежать, спать и не двигаться, понятно? Я подошел.
Отвали, я себя жизнь, мила. Но я милый, да, спасибо. Милашка. Ну ты чё, пёс? Я выехал уже. Ляк, отдохни. Фрикаделька. Ну, а тебя по попке, понял? Опа. Взять. Чё-то нашел там. Я в толчке копаться буду. Нет, в смысле? Фу. Мне понравилось. Ага, понял. Оп, щелкнул, щелкнул, всех щелкнул. Давай, заходим. Сейчас нащелкаю всех. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. А, да тут все есть. Все, всех нащелкал, пацаны. Рычаг для блокировки камер находится в помещении слева. Нажимаем. Че, рабочий день закончился уже? Рабочий день закончился. Сир, я закончил рабочий день. Я все сделал. Ай, сюда. Блин, скоро нас могут петухнуть так-то, между прочим. Типа, ну, мятежнуть нас, и все. О, охранник, вы здесь? Я здесь! Что происходит? У нас бунт, вся тюрьма разрушена. В смысле разрушена? Я знаю, что вы не должны разобраться в этой ситуации. Я... Что именно я должен сделать? Вы осмотритесь, отправляйтесь во двор, попробуйте оставить других идиотов сдаться все без боя. Я готов. Беру пистолет. Мятеж такая штука. Если ты хочешь, чтобы я прошел этот мятеж, обязательно поставь лайк под это видео, и я сниму вторую часть этой игры. Person Simulator Paragon. Пиши комментарий, что тебе понравилась эта игрушка, и я обязательно сделаю. Спасибо тебе за просмотр, ну и, как говорится, дальше. Больше.